Эй, собственно, всем привет, это Дава Дым, и сегодня у нас на обзорчике табак Будто Dark Line, новая ревизия, то есть новые сборки и, конечно же, немного рестайлинговая. Собственно, сейчас я про нее все это расскажу, но пока не хочу, наверное, поздравить всех уже с прошедшим днем космонавтики, и поэтому, собственно, у меня вот такой вот кальян Маклауд с Юрием Гагариным. Так вот, давайте будем разговаривать про новую Будто Dark Line. А для тех, кто не в курсе, для тех, кто в танке, и для тех, кто только все-таки решил посмотреть, что такое Будто, немного расскажу. У Будто есть три линейки. Это классическая, это Fusion и это Dark Line. Что такое классическая линейка? Классическая линейка — это обычный бюджетный табак, очень легенький и как бы, ну, максимально доступный для человека и максимально, наверное, всеми угодный. То есть, да, то есть нет каких-то особых предпочтений в этом табаке. Просто человек хочет покурить, он просто покурит. А линейка Fusion. Fusion, она заключается в том, что она более ароматическая, она более ароматнее, то есть у нее больше вкуса, и при этом в ней гораздо больше именно вкусов. То есть больше обширная линейка с более необычными вкусами. Если вы будете брать Fusion линейку, то обязательно купите вкус пиццы. Она охуительная просто. Пицца реально охуительная. И, конечно же, последняя линейка — это Dark Line. Давайте немного расскажу вообще про эту линейку. Что это, для чего и почему. Как мы, наверное, все знаем, что есть сегменты табачного рынка. То есть есть крепкий премиальный табак, есть средний и есть бюджетный сегмент табака. В этот бюджетный сегмент табака входят Адалия, Щербетли, Бали, много-много других табаков, в том числе и Будто. Так вот, Будто находится в этом сегменте как самая крепкая среди всего сегмента, это именно Dark Line. Если примерно сравнивать по крепости, как заявляет производитель, то она крепче, чем старая Нахла, и немного слабже, чем Dark Side, но при этом она очень мягкая и дает такое обширное понятие, как сытность кальяна. На данный момент в Будте после выставки Hookah Club Show 2018, то есть уже на выставке Hookah Club Show 2018, была представлена новая Будто, переработанная и уже усовершенствованная. Это Dark Line. Блять, как правильно сформулировать-то это? Что-то я, блядь, начал загоняться по каким-то текстам, да? Так вот, короче, она стала крепче, у нее ароматика стала гораздо лучше, она более продолжительная по курению, то есть при стандартном обычном курении на 1-2 рыла с одним кальяном, как заявляет производитель, можно прокурить именно вкусовые качества на протяжении часа. Так, моя чашечка, я думаю, уже прогрелась, я забил здесь маракую. Нет, еще чуть-чуть пускай прогреется, мы пока попиздим дальше, да? Рано снял колпак. Так вот, далее, что охота еще о ней сказать? То есть на стенде Будто, на Hookah Club Show было реально много народу, потому что ребята полностью учли весь российский рынок, учли потребности российского рынка. По факту, чуть ли не от каждого курильщика они брали фидбэк, брали отзыв и вносили корректировки в свой табак, чтобы полностью совершенствоваться, полностью соответствовать под российскому русскому потребителю и знать, что конкретно он хочет. Учитывая то, что они сделали такие вкусы, как пицца, тархун, шалфей, малфей, хуйфей, трофей, да, то понятное дело, что они идут на поводу у российского рынка, потому что если брать европейский рынок, то там достаточно 17 вкусов, и этого будет достаточно. России всегда всего мало. А мы хотим вкус пиццы, мы хотим вкус креветок, мы хотим вкус семги. И это все связано только с тем, что мы хотим. И любой производитель, понимая о том, что Россия — это огромный кальянный рынок, нужно что делать? Правильно, нужно полностью учитывать любые потребности каждого точечного покупателя. Так вот, сейчас, я думаю, уже все прогрелось. Давайте мы взорвем и поговорим про крепость.
А увеличилась она или не увеличилась? Что касается ароматики, начнем, наверное, с нее. Ароматика стала в разы приятнее, лучше, без какой-то приторной вот такой вот хуйни. Во многих табаках данного сегмента мы наблюдаем то, что вкусы многие становятся очень приторные. Либо в них есть какой-то фоновый вкус того же кактуса, либо какой-то подоплетки, да, то есть какого-то шаблона, на который накладывается любой другой вкус. То здесь вкусы свежие, приятные и хорошие. То есть, учитывая, что у меня маракуйя, и она охуенная. Так вот, дальше. Почему я курю на чашке РФ? Потому что производитель заверяет, чтобы максимально прочувствовать ароматику и крепость Darkline, нужно забивать именно на чашках подобие убивашек. Но у меня есть самая оригинальная РФ-ка, и я думаю, это самый охуенный вариант. По крепости. Да, она стала сытнее намного. То есть не давит по горлу, ни горло не ебашит, а именно стала сытнее. То есть ты куришь, и ты понимаешь, что ты куришь кальян, а не воздух. Со многими табаками такое происходит. То есть ты куришь, 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 и ты просто-напросто устаешь курить, только лишь потому, что нету этой крепости хоть какой-то. Если примерно сравнивать, да, вот крепость по 10-бальной шкале, как мы любим это делать в Москве, то я бы поставил бы, чуть-чуть не дотянуло бы до шестерочки, да, то есть 6-7 примерно. Плюс, учитывая, если он еще дальше немного прогреется, то будет намного крепче. Это новый уровень, и тоже ты можешь почти по цене того же Щербетля, Адалии и вот этого ценового сегмента купить себе крепкий, хороший табак. Я думаю, это, в принципе, заебись. Да. Будто мои партнеры довольно-таки уже долгое время, но это не значит, что я должен их и продукт расхваливать. Есть, конечно же, минусы, но они больше такие визуальные. Это касается в первую очередь того, что ни на одной пачке я не нашел нормального язычка для отрывания. Поэтому приходится все это резать ножом. Также они немного изменили пачку, то есть, возможно, не изменяли, возможно, только сейчас я это смог все заметить, в том, что она стала текстурной, то есть она такая глубокая, текстурная, и ее можно прям слепому просто, о, бута, это мой любимый табак. Да? Также изменился внутренний пакет. Пакет стал гораздо качественнее, более герметичный, он не текет, в принципе, вообще. Да, с каждой тягой кальян становится более крепче и крепче. Блять, не знаю. Это будет жестко, наверное, я ебу просто. Но, блять, не знаю, если я хотел бы не сильно убиться, но при этом покурить крепко, я буду курить буту. Я чувствую, она перегревается, она на четырех углях прям полностью забита под колодочку, да, она дико сейчас начинает перегреваться, но при этом, сука, она курится нормально. Ароматика очень мощная, но я все-таки не буду себя мучить, я один уголек сниму, я же не Рэмбо, блядь, курить на четырех, блядь, буту и гордиться этим. Поэтому переработки, то есть именно усовершенствований очень много, и это очень круто, потому что в данном виде мы, то есть в данном образе мы понимаем, что над табаком реально работают, они не забили на него хуй и пустили просто вот так вот по течению, типа, блядь, продается и заебись, да? Поэтому все очень как бы с ней нормально, для своего ценового сегмента это очень круто. Кто курил на выставке, если вы курили уже новую буту, то просто пишите в комментарии, нравится ли вам вообще этот табак или нет. Мне также интересно ваше мнение. И также, наверное, напишите какие-то минусы, это уже будет интересно для производителя. То есть в комментариях просто берете и пишите.
А вот, блядь, нам не нравится вот это, вот там вкусы не такие. А какие-то, может, свои вкусы вы можете предложить, то пишите это, соответственно, в комментариях. И я обязательно это видео скину производителю и скажу, чтобы он почитал эти комментарии. Слава богу, русский язык он понимает, поэтому все заебись. Так что, ребят, это новая бута, это довольно-таки хороший табачок на данный момент. У меня икота началась, поэтому нужно прекращать. А прекращать не курить, Коляна, прекращать снимать обзор уже, все, ставим с паузы. Поэтому это Дава Дым, это Кальян Бута, Дарк Лайн. Всем пока, еще раз с днем космонавтики.